Ребят, всем привет! Скоро запускается марафон по психосоматике. Да, это будет не просто марафон психосоматики, который вы можете прочитать в каких-то журналах, книгах, возможно, даже медицинские статьи. Это будет немножко глубже, это будет мое видение, как я вижу с моей стороны, как я чувствую психосоматику. Она будет глубинная. Там будем рассказывать и показывать, что такое зрение, почему копчик влияет на зрение, какие упражнения сделать, чтобы ваше зрение восстанавливалось, что нужно сделать, чтобы не выпадали зубы, почему наша почечная кровь скапливается здесь, что сделать с надпочечниками, чтобы наши зубки, наши челюсти начали омываться кровью, то есть они, чтобы они начали регенерировать. И на многие такие вопросы, конечно же, я буду раскрывать практически каждый орган, который я вижу, каждый орган, который я чувствую. И эти связи, которые кажутся на первый взгляд абсолютно нелепыми, мы про них будем рассказывать. Будем рассказывать я и будет приглашенный мастер по психотерапии, который работает с телом уже очень давно, и он знает не только пересечение меридиан, но и намного глубже. И он как раз нам покажет те упражнения, чтобы потянуть не только мышечную структуру, но и сухожилия, что нужно сделать, какие упражнения в домашних условиях можно сделать, чтобы ваше здоровье максимально улучшилось. На что нужно обратить внимание, на какой орган, если в вашей жизни что-то не клеится. И если вы понимаете, что у вас есть какая-то небольшая проблема с каким-либо внутренним органом, чтобы вы были готовы, на что это будет отражаться в вашей жизни, в вашей повседневной жизни. Да, это будет такой глубинный марафон. И стартует он в апреле. В начале апреля. Я вас жду, ребят, присоединяйтесь.